Ну и какая мораль? Что у нас семья на голову вся шубанутая. Ну так я про это сам знаю. Мы привыкли семейный вопрос решать с семьей. Семья одна, кошельки разные. А кто в компании всем рулил? Чьими руками? Власть здесь я. А я тогда кто? Ты мой подарок. Ты любил его? А вы когда последний раз влюблялись? А меня за глаза ты тоже шлюхой называешь? Как можно? Ты же актуальная жена. Сериал Сергея Минаева. Накануне просто большие, а очень большие деньги. Между собой все поделим. Ты и я. А говнюков твоих нафиг. Наследники. Все запомните. Не мы договариваемся. С нами должны договариваться. В борьбе. Пятерка жезлов. Спор. Конфликт. Формальной должности у тебя нет. Поэтому прошу, прошу. За миллиарды. Когда Дима станет директором, он размоет твои акции и продаст тебя за копейки. Меня кинули. Оба. Так что ты мне скажи, каково это? Твои родичи тебя живьем сожрут. У семьи должен быть один главный. Это должен быть я. Какой же ты козел! Это моя семья, это моя компания. У тебя просто какой-то талант своим детям жизнь ломать. Если ты считаешь, что тебя в детстве недолюбили, к психиатру. Приехал к отцу за советом, в итоге прослушал, какое я говно. Семьи больше нет. Золотое дно. Ты превратился в провинциального мудака-помещика. У тебя вместо семьи крепостной театр, а вместо увлечений понты эти идиотские.